Сверхъестественное. Нет, крошка, что они сделали с тобой? Что за черт? Этот вопрос должен задавать я. Назови мне хоть одну причину не прикончить тебя здесь и сейчас. Потому что ты повредишь себе. Очень смешно. Послушай, я не оборотень, и не демон, и ничего да, такого. Да, я знаю, я проверил, пока ты был в отключке. Серебро, соль, святая вода, ничего. Но что странно, у тебя есть все отмычки, кусачки и ножи, которые ношу я. Как ты объяснишь это? Да, и заодно наше сходство. Захария. Не понял. Я — это ты. Из конца 2009-го. Зак вытащил меня из постели и забросил на 5 лет в будущее. Где он? Я хочу с ним поговорить. Я не знаю. Ах, не знаешь. Нет, я не знаю. Я хочу вернуться в свое время, понятно? Ладно. Если ты я... Скажи мне то, что знаю только я. Ронда Хёрли. Нам было 19. Она заставила нас надеть ее трусики. Они были розовые и атласные. И знаешь что? Нам это понравилось. Туше. Что, Зак забросил тебя сюда взглянуть, как все будет? Да. Вирус Круатон, да? Это их эндшпиль. Эффективно, неизлечимо и чертовски страшно. Превращает людей в монстров. Началось с крупных городов 2 года назад. После этого мир пошел под откос. А где Сэм? Была большая разборка в Детройте. Как я понял, Сэм не спасся. Ты куда? У меня есть дело. Ты что, бросишь меня здесь? Да. У меня полный лагерь напуганных людей, над головами которых висит апокалипсис. И мне интересна наша версия ловушки для родителей. Да, ты останешься здесь. Ладно, хорошо, пусть, но не надо меня приковывать. Брось! Ты не доверяешь себе? Нет. Абсолютно нет. Козел.